Причина перегрева и недогрева отапливания в помещении, как правило, является неисправная или неправильно выполненная наладка системы автоматического регулирования. Причиной же недогрева в помещении могут быть образовавшиеся воздушные пробки в системе отопления. Перегревы и недогревы отапливания в помещении могут происходить и по вине жильцов, если они поменяют длину контура системы отопления, добавили радиаторы или подключили к системе отопления еще и обогрев лоджии, подогрев пола в коридоре или кухне. В результате этого с изменением гидравлического сопротивления системе отопления меняется и тепловая нагрузка, которая отличается от первоначальной расчетной. Соответственно, решения, которые были заложены изначально проектировщиками, не работают. Такие манипуляции системы отопления выполнять самостоятельно запрещается. Допускается выполнять изменения схемы теплоснабжения только с разработкой проектной документации и после допуска в эксплуатацию, выполненной в установленном порядке. По вопросам выявления причин и устранения перегрева и недогрева жилых помещений необходимо обращаться в свою эксплуатирующую организацию.